Боженька моими руками пишет. Муж Наташи Королевой странно оправдался за свои художества. Пятидесятилетний Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, пытается убедить народ в наличии у себя божьего дара. Однако амбициозные заявления мужа певицы вызывают все больше вопросов. Понимая, что его время уже на исходе, популярный артист задумался о недалеком будущем. Конкуренция в сфере развлечений, где пока еще востребован Сергей Глушко, натолкнула его на блестящую идею – выдавать чужие картины за свои. Именно такого мнения придерживаются многие интернет-пользователи, внимательно наблюдающие за Тарзаном в соцсетях. Как-то раз муж Наташи Королевой поразил народ, раскрыв свои художественные таланты. И хотя в одном из видео прославленный стриптизер немного поелозил кистью по холсту, скептически настроенные россияне так и не поверили в его невероятный дар. «Сергей, может, вместо вас кто-то рисует? Ну как так резко столько картин появилось?» – написал один из здравомыслящих подписчиков Глушко. Тогда Тарзан довольно странно защитил свои художества, лишь подкрепив собственными словами подозрения россиян в том, что творцом является вовсе не Сергей. «Боженька моими руками пишет», – заявил артист, которому явно неведома скромность.